Ненецкий округ ждет открытия зимника, который свяжет его с Большой землей. Проходит этот зимник по территории Коми, а в километре ниже от Усть-Усы пересекает по льду Печору. Погода позволяет открыть зимнюю дорогу, только вот ледовой переправы еще нет. Говорят, по вине всего одного человека. В ситуации разбиралась наша коллега Светлана Некрасова. Эти кадры жители Усинского района сняли несколько дней назад. Проходящая по реке баржа буквально разрушает лед. Как раз там, где в декабре должна бы открыться автомобильная переправа. Она – часть Большого Зимника и, следовательно, связующее звено между Усинском и Нарьянмаром. Предприниматель, владеющий паромом, как считают некоторые жители, не дает льду устояться в этом месте реки ради собственной выгоды. Мол, спрос на баржу, перевозящую грузы с берега на берег, сейчас повышенный, а конкурентов нет. Ведь действует мужчина, несмотря на закрытую навигацию. С такими морозами по-любому встал бы лед, если бы этот не гонял. Два катера специально с одного берега на другой уходят и разбивают лед. Это кроме парома делают ему дорогу. Вот так у нас в стране действуют законы. Там штраф от 500 до 1000 рублей. Так может он и будет ходить до лета? А что мешает рядом дорогу намораживать или баржу сдвинуть? И круглогодичная переправа получилась бы. Главное друг другу не мешать. У нас уже давно не выбраться. Устроить ему протест. Он в том году штраф получал, но с того штрафа он больше за месяц рубает. Он работает и за одну ходку делает больше, чем мы за месяц, а то и 2-3. Я не защищаю его, сам жду зимника и переправы, но поставьте себя на его место. Выживает кто как может. Время сейчас такое, тяжелое. По телефону нашему телеканалу владелец парома охотно пояснил, перевозил машины с грузами. И, кстати, была среди них даже техника Усинского дорожно-ремонтного управления. Они не успели вовремя переехать. И они ждали там неделю, две недели ждали заключенные договора за неисполнение, там, неисполнение договора, там, разные дистанции и штрафные линии. Из-за этого пришлось их перевозить. Ледовую переправу мы не ломали, мы даже не заходили вот на то место, где должна быть эта переправа-то по плану. Мы просто канал сделали, выходили, а канал там 10 метров это, шириной. Выходим. Допустим, где, вот, допустим, полынья, развернулись и поехали к тому берегу. Впрочем, и само место для переправы через Печору, считает Александр Мелехин, выбрано не совсем удачное. Там река затягивается в последнюю очередь. Ждать ледостава приходится долго. Выше села, там рано встает лед. Ниже села тоже встает лед. А здесь вот как раз в конце села, где вот эта переправа, полынья большая. И полынья, она, ну, просто сама по себе. Вот морозов такое зависит. Морозы, значит, встает, если тепло, значит, нет. Перевозить машины на пароме, говорит предприниматель, закончил еще в конце прошлой недели. И, мол, сейчас лед на месте переправы уже стоит. Так что Усинскому ДРСУ стоило бы поторопиться с работами. К слову, в прошлом сезоне из-за непривычно теплого начала зимы открыли проезд по Печоре лишь в середине января. Тогда же автодорогу и зимник на своей машине лично проинспектировал губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. За большую часть дороги жизни отвечает именно соседний регион. Очень много машин идут с перегрузом и, нарушая правила, собственно говоря, дорожного движения и перевозки грузов, сильно разбивают ту инфраструктуру, которую мы строим для всех. И наша задача – создать систему, при которой машины с перегрузом все-таки несли ответственность за то, что они убивают инфраструктуру общественную. Надо сделать пункт весового контроля четко работающим для того, чтобы он мог, с одной стороны, эффективно работать, не позволяя нарушать правила, а с другой стороны, не мешал движению тех людей, кто едут в соответствии с этими правилами. Проминание снежного полотна, проливка дороги и вешкование. Именно так именуются подготовительные этапы к запуску зимника. Со стороны нашей республики отвечают за его качество Усинское ДРСУ, выполняющее около четверти работы. От соседей – «Стройуниверсал». Уже с завтрашнего дня у наших соседей сезон зимников будет открыт официально. Профильный окружной департамент разрешит движение механических транспортных средств по тундре, а значит и подрядчик уже сможет выходить в поля. На устройство дороги на Нарьянмар-Усинск идет около 13 миллионов рублей. Еще 84 потратить придется на содержание. Проработать для жителей сразу двух регионов большой зимний проезд должен до самого апреля. Но вот когда он откроется, пока вопрос открытый.